His opponent, Blue Rash Guard, representing Croatia, Marko Ancic. На ковре победил Марко Анчич, Хорватия. Он завоевал бронзовую медаль первенства мира в весовой категории до 77 килограммов. On the match, the winner is Marko Anчич, Croatia. Last he gains the bronze medal of the Junior World Championship 2021. На ковре Д продолжается поединок борцов весовой категории до 130 килограммов. В красном рашгарде борется Мейржан Сабикин, Казахстан. В синем рашгарде Шахсалтан Алакаров, Россия. For the match, the event goes about for the qualification round 5. Weight class under 130 kilos. На ковре А победу одержал Магомед Мухтар Гусенов, Россия. Match A, the winner is Магомед Мухтар Гусенов, Russia. На ковре А весовая категория до 120 килограммов. Пятый круг. Приглашаются Антонио Алехандро Гарсия Конехо, Испания, и Рустам Билалов, Россия. Match A. Weight class under 130 kilos, round 5. Antonio Alejandro Garcia Conejo, Spain, and Rustam Belalov, Russia.